страшно дико. Это модель 22 года. Новая модель 22 года. Ожидается поступление в магазине в середине сентября. И мы удостоены чести покататься на нем первыми. ДС-650. То есть у нас был, мы катались тогда с тобой на 500, ага. А это уже 650 ДС. А мы на Воге катались? Да, мы катались на Воге. Это здесь установлен двигатель от BMW объемом 650 кубических сантиметров. Очень тяговитый мотор, то есть он тянет на низах просто, то есть я там газ не нажимаю, он просто едет. И тихий такой, приятный, что он не рычит, как обычно. Ну на что он похож, кстати? Он? Нет, да. Пока не знаю, я еще газ не открыл ни разу. По управлению, он похож на BMW. Реально, похож на BMW. Если я газ открою, скажу, похож ли он по динамике. Не, не надо, открывай все. Все нормально. У тебя там спиночка есть. Или ты будешь держать? Я буду держать! Тоже поехали. Страшно тихо? Да? Вот, да. Ужасно страшно, но интересно, да? А вот сейчас было очень страшно, да? Я даже не могу до конца получить кайф в те приятные моменты, когда ты едешь быстро, потому что я боюсь, что ты поедешь быстро. Ладно, сейчас я не хорошо. Поеду больше. По дороге и по бездорожью.